В креативном пространстве мастеров и ремесленников мир не остается свободного места. Уже 12 резидентов представляют свои товары на площадке. Это предметы декора, бытовые принадлежности, косметика и одежда. Все произведено ульяновскими мастерами. Каждый из них стал профессионалом своего дела и прошел долгий путь. Я уже более 7 лет занимаюсь росписью декора предметов интерьера, но я совмещала это с основным местом работы очень много лет. И вот уже более как полтора года я занимаюсь этим на профессиональном уровне, то есть я любимым делом занимаюсь уже на профессиональном уровне. Елена Ануприенко создает декоративные тарелки, подарочные кружки и все это с росписью, выполненной разными техниками. Для нее нет ничего невозможного. Все элементы декора, которые только можно, она украшает и превращает в нечто новое и необычное. Есть и сувенирная продукция со знаковыми местами города Ульяновска, и товары из кожи, например, обложки для паспорта, кожаные сумки, ежедневники. В условиях ухода зарубежных производителей с рынка у отечественных появилось гораздо больше возможностей, и они их не упускают. Ну, я надеюсь, что обратят внимание на наших мастеров, тем более, что у нас очень талантливые мастера, они замечательные вещи делают, уникальные, просто люди про них не знают, понимаете, надо вот как-то донести о них информацию, что есть такие чудесные работы, чудесные мастера, и причем наши, которые совершенно рядом где-то находятся, не надо заказывать это далеко, там, через интернет. Товары в большей степени производятся на дому. В планах у творческого предпринимателя заключить соцконтракт для расширения производства и увеличения продаж. Купить предметы ручной работы можно по адресу Марата 8, корпус 4. Кирилл Савосин, Даниил Сурков, Управда ТВ.